Тема помощи, она сложная тема, и мы понимаем, как тяжело, когда в помощи нуждается именно ребенок. Никто не застрахован ни от чего, и любой ребенок может, не дай бог, оказаться в беде. И взрослые не понимают, что делать, когда твой родной ребенок нуждается в помощи. Мы начинаем паниковать, а зачастую просто долбиться в закрытые двери. Мне хотелось бы, чтобы мы с вами немножко приоткрыли эту дверь, дверь в своей душе, дверь своей возможности, дверь для тех, кому она нужна. Проект «Помоги детям» — проект областного телевидения и благотворительного фонда «Русфонд». Каждый вторник мы рассказываем историю ребенка, которому нужна ваша помощь, наша помощь, моя помощь. И нужна она ему прямо сейчас. А все очень просто. Нужно просто отправить смс со словом «дети» на номер 5542. Для нас с вами это просто 75 рублей, а для него шанс на новую жизнь.